Дамы и господа, следующий бой за вакантный титул интерконтинентального чемпиона среди молодежи по версии WBA в весовой категории до 91 килограмма. Формула боя 12 раундов по 3 минуты. Золтан Чекус, Венгрия. Яга Киладзе, Украина. Union Boxing Promotion. Этот бой обслуживает бригада судей в составе. Рефери Хосе Игнасио Мартинес, Испания. Боковые судьи. Павел Кардини, Польша. Торбен Симен Хансен, Дания. Даниэль Гальван, Испания. Дамы и господа, встречайте пояс чемпиона. Красный угол ринга приглашается Золтан Чекус. Синий угол ринга приглашается Яга Киладзе. Этот бой обслуживает рефери Хосе Игнасио Мартинес, Испания. В качестве рефери и бокового судьи обслуживает все соревнования всемирных боксерских организаций WBA, EBA, WBO. Увлечение в жизни – спорт, бокс, футбол. Мечтает стать богатым. Хосе Игнасио Мартинес. В красном углу ринга Золтан Чекус по прозвищу Питбуль. Ему 35 лет. Родился и живет в Будапеште, Венгрия. Боксом занимается 5 лет. На профессиональном ринге 2. Участвовал в боях К1. Любимое занятие – бокс, бодибилдинг и езда на мотоцикле. Мечтает сегодня победить.
Золтан Чекос. В синем углу ринга Яга Келадзе. Ему 23 года, мастер спорта, интерконтинентальный чемпион среди молодежи по версии WBC. Живет и тренируется в Донецке. Боксом занимается 10 лет. На профессиональном ринге провел 15 поединков. Выиграл все, причем 10 из них нокаутом. Увлекается охотой, мечтает стать абсолютным чемпионом мира. Яга Келадзе! Итак, бой за титул интерконтинентального чемпиона среди молодежи по версии WBA. Guys. Guys, you know the role from the dressing room. Clean fight, obey my instruction, and good luck, okay? Show your hand. To your corner. Що може бути більш цікавим, ніж поєдинок за титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBA у ваговій категорії до 90,7 кілограмів між такими різними спортсменами, як Золтан Чекос з Угорщини та Яго Келадзе, який представляє Україну, Union Boxing Promotion. Адже Золтану Чекосу на прізвисько Pitbull 35 років. А Яго Келадзе має 23 роки, тобто досвід проти молодості, хоча досвід у Золтана Чекоса доволі суперечливий, він на профірингі лише 2 роки, а взагалі-то боксом займається 5 років. Тож подивимося за перебігом цього поєдинку, вага серйозна і є вірогідність, що завершиться все достроково, поки що. Ми можемо сказати одне, що у Яго Келадзе величезна перевага у зрості, довші руки у нього, ну і це, ймовірно, він буде використовувати. 1,94 метри у Яги Келадзе рост і 1,76 у Золтана Чекоса. В принципі, майже 20 сантиметрів, ну, тим не менше. Золтан Чекос повідомив, що він захоплюється бодібілдингом. Їздить на мотоциклі. Так, байкер отримав, що на побачинці, і видно, що ледве-ледве стримується. Тяжелі удари у Яги. Hey, are you okay? Are you okay? Box! Ну, гідний суперник, мабуть, більше з огляду на його мужність, а не на майстерність. Ну, поки що те, що ми бачимо в ринзі, це, ну, домінування Келадзе. Пробиває опять по печені Яга, даже через руку. Открывает счет Хосе Игнасио Мартинес. Рвется, рвется в бой. 40 секунд до конца. Посмотрим, сможет ли выдержать этот раунд. Жесткие удары Яга Келадзе. Побоюється, побоюється. Да, подобрать спарринг-партнеров. Многих нокаутировал. Очень сложно, даже в последний момент мы сказали, береги спарринг-партнеров, я зачем так? А тут он, конечно, может уже проявить себя во всеоружии. Пропускает. Я думаю, 3 нокдауна в этом раунде. И желание Золтану Чекосу чемпиона краще надалі їздити на мотоциклі, а інтерконті чемпіоном стає Яго Келадзе. Швидка, красива, ефектна і без перебільшення переконлива перемога. Золтан Петра не допомагає Золтану Чекосу, а ви зараз бачите на повторах, як провів. Ось чіткий удар по печені, це перший
нокдаун, который отчитал Мартинес. Так и не уговтався. Вот с этой камерой, наверное, будет более... Нет, это уже опять еще раз. Але от такий колючий такий удар по печінку, та ще й потрійний. Вот вы видите, скрылось лицо. Удар был, но он перетерпел. Терпеливый боксер, я скажу, что Золтан Чекус. Вообще венгерские боксеры отличаются терпеливостью. Показывают раз, с разных ракурсов нам падение Золтана Чекуса. Перчатки такие узкие. Сам не ожидал, да? Собирается уже уходить, но остановил его секундант Золтан Петрани, которому 43 года. Кстати, он еще до сих пор боксирует. Да надо еще такой панчер играющий. Для торжественного награждения победителя в ринг приглашаются супервайзеры этого поединка. Татуировки устраивающие. Хуан Луис Торральба. Барталоме Торральба. Руководство Union Boxing Promotions. Це вже 16-та перемога. І жодної поразки у Яго Кіладзе. Президент Юрій Рубан. Генеральний менеджер Дмитрий Єлісєєв. Амбіціозний боксер Яго Кіладзе. Звісно, він націлен на титул чемпиона мира и ждет этого. Но я думаю, что скоро он будет сражаться за этот титул. В этом бою на 45-й секунде 3-й минуты первого раунда победу нокаутом одержал Яго Кіладзе! Union Boxing Promotion. Интерконтинентальный чемпион по версии WBA Яго Кіладзе. Яго Кіладзе!